Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Правда ли, что никакой любовной магии нет? Это просто правильное, в том числе психологическое влияние на человека. Ну, вопрос, мне кажется, задан несколько в такой провоцирующей, провокационной форме, потому что вы спрашиваете, правда ли, то есть, как бы, психологи не являются теми, кто, как бы, ну, говорит, вот, правда ли то или иное. Вот. Потому что, ну, мы не оракулы, мы не какие-то тайные мастера, вот, и, в принципе, правда, она у каждого своя, возможно, вот, поэтому, как бы, если вы, допустим, верите сами во что-то. Вот, ну, в смысле, вот, как бы, ну, в любовную магию, например. Да, вы в нее верите сами. Вот, то она для вас, есть. Тут, мне кажется, как бы, в том, да, что считать магией, в принципе, вот. То есть, как бы, кто-то считает магией, там, какое-то, ну, вмешательство, ну, вот, в жизнь человека. Вот, кто-то считает магией все вот такое необъяснимое. Ну, то есть, ну, вообще необъяснимо, все необъяснимо абсолютно. Ага, вот, кто-то считает магией, там, какие-то таинства, какие-то вот, ну, какие-то тайные знания и так далее. Вот, поэтому я просто думаю, что магией можно, как бы, ну, назвать, ну, вообще, вот, все, что угодно. Ну, вот. Тут момент, мне кажется, ну, больше, знаете, про что? Тут момент, как мне кажется, больше про то, что вы, как бы, верили, ну, может быть, верили в магию ранее, а потом она не оправдала ваших ожиданий, и сейчас вы пытаетесь развериться в этом. Мне кажется, что это не самая лучшая идея, которая может быть по поводу того, как он обратится с разочарованием. Вот. И я бы спросил себя, ну вот, в первую очередь, я бы себя спросил, да,
из какого вообще чувств, из каких побуждений, мотивов я вообще хотел, да, чтобы любовная магия сработала. Вот. То есть я бы вот как-то бы на это, наверное, обратил бы внимание ваше. Вот. Потому что, ну, многие люди пользуются, ну, пытаются пользоваться магией, ну, в том числе, как бы, да, любовной магией для того, чтобы вот влюбить в себя кого-то, притянуть к себе кого-то. Вот, ну, мне как-то кажется, честно говоря, да, вот, что это больше от какого-то, ну, знаете, дефицита. То есть вот человек там из-за чего-то испытывает дефицит достаточно, ну, сильный, но вот достаточно серьезный. И пытается компенсировать. И в итоге ничего не получается, не потому что что-то не работает, а потому что цель немножко другая. Да, это подсознательно, человек стремится к другому, не к любви. Ну и сама, как мне кажется, природа любви, она несколько здесь как бы ну, немножко, знаете, искажается, что ли. Вот. Вот, поэтому я бы как-то вот, наверное, на это бы обратил ваше внимание. А, ну, просто потому что, на мой взгляд, это достаточно важно. Вот, ну, мне, по крайней мере, так видится, мне, по крайней мере, так вот кажется. Да? Вот, поэтому вы бы не тратили свое время, да, на то, чтобы понять, вот, что правда, что нет. Вот, вы бы как-то больше бы смотрели на то, например, что вам нужно. Да. Вот, то есть вы бы как-то вот смотрели бы лучше на то, ну, как-то вот все, в чем вы нуждаетесь, чего вы хотите, что вам нужно, понимаете? Вот, как-то мне кажется, что это больше, более вам, может быть, полезно, более, может быть, для вас как-то вот интересно быть. Чем вот то, что вы, ну, условно говоря, делаете сейчас. Потому что сейчас вы себе, в принципе, только вредите и, на мой взгляд, стараетесь, пытаетесь, что ли, заменить одно другим. Вот, что, конечно, ну, не получается, естественно, не получается. Вот. Было бы странно, если бы получилось. Вот. То есть для меня это вот как будто бы вы
ну, от чего-то бежите. Вот. Для меня это как будто бы вы от чего-то убегаете больше. Вот, ну, так вот, по крайней мере, это для меня выглядит. Вот. То есть я не претендую на истину, да, безусловно. То есть я, безусловно, могу ошибаться как-то. А вот, ну, мне кажется, что вот, в первую очередь то, что вы делаете, это вот именно про данный аспект. Вот. И как-то вот в этом ключе становится как-то печально, что ли, что вы тратите на это свои ресурсы. Вот. Мне кажется, что не надо, мне кажется, что не нужно так действовать, так вот поступать. Вот. А если вам чего-то хочется, то вы чего-то хотите, вот, то с этим можно и нужно работать. Вот. А над этим можно и нужно работать. Вот, и как-то вы увидите, что можете, в общем-то, довольно неплохо самостоятельно создавать какую-то вот, ну, магию. Вот. Вам просто нужно себя почувствовать, вам просто нужно себя, ну, как-то вот заметить, я бы сказал. Да? Вот. Вот, вот я бы так, наверное, постарался бы вам ответить сейчас, вот именно, ну, с точки зрения вот, психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Поэтому, да, может быть, вы выбрали тот способ, который вам не совсем подошел. Может быть, вы выбрали не тот путь, который вам подошел. Вполне возможно, никто этого не знает. Ну, сейчас вот как бы никто этого не знает. Вот. Тем не менее, как бы все решается. Вот, тем не менее. Из любого положения можно найти выход. Вот. И, ну, если вы этого хотите, конечно. На этом все. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Если вы как-то вот, ну, травмированы или разочарованы какой-то историей, да, ну, то есть вот чем-то в вашей жизни, ну, вот, то обращайтесь за помощью. Мы вам обязательно с радостью поможем и с огромным удовольствием вместе с вами
найдем и подкорректируем ваш путь, чтобы он был максимально для вас комфортным, удобным, вот, чтобы вы вот как-то чувствовали себя, ну, собой, может быть. Может быть, чтобы чувствовали себя как-то вот в своей тарелке. Вот, не знаю. На мой взгляд, вот, решать этот момент можете только вы. Вот. Так что обращайтесь. Всего вам самого доброго.